Всем здорово, всем привет, очередная посылочка пришла через ДПД с Алиэкспресс, неожиданно, быстро, 10 дней, вот все реквизиты, то есть номера, давайте скроем. У нас два конверта. В одном два. Получается. Это вот первая посылка. С нее начнем. Вот такая штучка. Маленчина, номер какой-то. Что эта штучка делает? Это зажим на кий для того, чтобы приклеивать наклейку. То есть она ставится так вот на кий, сымитируем кий. Вот так вот зажимается наклейка, вот так вот раз, и зажимается она на кий. О, даже на ножницах сработало немножко. Таким образом она давит на наклейку и держит ее на момент заклеивания. Когда заклеивание произошло спустя сутки, ослабеваем зажим, вынимаем кий, наклейка у нас будет приклеена. Материал пластик, бывает еще металлические. Вот. Этот зажим можно снять отсюда. Снимать я не буду, а то вдруг я его потом не надену. Здесь такая толстая двойная резинка. Механизм очень простой. Не знаю, мне кажется, со временем, конечно, вот это вот выгнется вот так вот. Потому что резинку будет сюда оттягивать, оттягивать, оттягивать. И она по-любому вот здесь вот выгнется. Ну ничего, на какое-то время хватит. Цена этой штуки копейки. Так, следующая посылка. Какая-то сторонка. Посылка номер два. QR-код, маленчина. Так, у нас здесь огромная точилка. Это точилка огромного диаметра, тоже для наклеек, для киев. Так, острая, я прям чувствую, как срезает кожу. Это я делать не буду. То есть вставляем сюда наклеенную наклейку. Уже готовую. Она не всегда под размер кия. Диаметр ее обычно больше. И вот чтобы сделать ее под размер кия, вот этой ровной стороной, мы стачиваем ее относительно кия, чтобы она была в одной плоскости. С обеих сторон. Вот такая большая точилка, достаточно острая, я думаю, это будет удобно. Все с вами мы посмотрим это в работе на кие, как только я подготовлю материал. Продолжение следует.